Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками. Сегодня я хочу вам показать картины Антонио Амброджио Алкатти. Романтический портретный художник. Информации очень мало, то, что я нашел в интернете, но тем не менее. Антонио Амброджио Алкатти родился в Верчелле в 1878 году. Он написал серию картин, вдохновленных романтическими и семейными сюжетами, а также работал над украшением церкви и вилл Ломбардии. За 10 лет, с 1910 года, его стиль претерпел эволюцию, как написано в Википедии, переводной. На русском языке практически о нем ничего нет. Антонио отказался от использования затененных тонов и тусклого, почти монохроматического диапазона цветов, постепенно приобретая большую конструктивную энергию и разнообразие ярких цветов. Во время Первой мировой войны он работал только эпизодически в качестве художника, но уже в 1920 году был назначен преподавателем живописи и живого рисунка в Академии Брера. Академия Брера – государственное высшее учебное заведение в Милане, Италия, известное своими выпускниками и выдающейся художественной коллекцией. Пинакотека Брера. Информация. К этому времени он был уже известным портретистом. Его работы пользовались большим спросом, особенно среди ломбардской верхушки среднего класса. Его последняя персональная выставка состоялась в Верчелле в 1922 году по случаю выставки «Художник в Верчелле». В 1914 году он получил премию «Принц Умберто». В 1920 был назначен экстраординарным учителем живописи и рисования обнаженного тела в Академии Брера и получил кафедру. Женился в 1924 году, во многих своих работах изображает свою дочь Амелию, много пишет пейзажи, был активным членом масонов и поднялся до уровня мастера. Умер в Милане в 1929 году после непродолжительной болезни. Ну вот все, что я нашел в переводной Википедии об Антонио Амброджио Алкатти или Алтиатти, может быть так произносится, романтического художника из Италии. Все, всем пока, всем привет, до свидания.